Знаете, группа «Мураками» есть песня, которая не является нашей авторской. Это очень большое исключение. Так вышло, что в этом году нам предложили сделать кавер на прекрасную песню одного Бажаняна Евгения Евтушенко «Не спеши». Кто слышал? Кто видел? В интернете, да? Есть люди. Где? А, да? Отлично. Ну вот, в принципе, мы ее иногда играем. И для нас это было большой неожиданностью и большой ответственностью. Сделать песню так, чтобы она зазвучала по-новому, не испортить ее, не испортить оригинал. И те, кто не видел, те, кто не слышал, можете заглянуть в интернете, посмотреть у нас на сайте, посмотреть ВКонтакте. Ну, так вот, не спеши. Ты спеши. Ты спеши ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если день беды в моем окне, ты спеши. Oh,
Спасибо.